Сегодня, 29 июля, в законодательном собрании Ульяновской области прошло очередное заседание. Депутаты собрались, чтобы обсудить ряд важных для области вопросов – изменения в бюджет и помощь обманутым дольщикам. Но, кажется, последние заседания не могут пройти спокойно и без провокаций. Особое внимание парламентариев, членов партии КПРФ, привлек сегодня лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В первой половине заседания коллеги подложили ему копченую скумбрию. Когда Сурайкин попытался вернуть подарок Айрату Гибайдинову, тот, недолго думая, запульнул рыбу обратно. На этом провокации не закончились. Во второй части заседания слово вновь дали коммунисту России. Депутат выступил с предложением присвоить железнодорожному вокзалу Ульяновска имя Владимира Ильича Ленина. Однако спикер свой доклад так и не закончил. Члены партии КПРФ Рамиль Хакимов и Роман Султашов за спиной Сурайкина вывесили плакат, где в нелестной форме изобразили своего оппонента и губернатора. Реакция не заставила себя долго ждать. Плакат попытались сорвать, из-за чего завязалась потасовка между коммунистами и остальными депутатами. Конечно, не обошлось без криков и ругательств. Заседание, к слову, так и не завершили.